Талант-шоу «Кастинг», пятый сезон. Мы приехали сюда не просто так, чтобы посмотреть на всех участников. Для нас главное Костя. Это такая личность, о нем можно говорить очень много и рассказывать тоже очень много. Можно даже конференцию устроить. Потому что Костя, он достоин, во-первых, победы. И он такой человек, что он победа. Он победа, он фейерверк, он рвет. Это прекрасно. Спасибо. Это да. Спасибо. Костя, именно таким людям, как ты, нельзя говорить много комплиментов, и даже если они обоснованы. Поэтому я просто скажу тебе «да». Спасибо. Было действительно хорошо, было эмоционально, красиво так рисовал голосом, обрисовывал каждую нотку. Мне понравилось, да. Спасибо. Да, безусловно, да, конечно же. Да. Спасибо. Конечно. Я, честно, не ожидал вообще. Ну, я думал, как-то, может, фальшивлю, может, там что-то еще, что-то. Ну, я сам кайфанул. Мне очень понравилось, и... бомба! Ты не узнаешь по глазам, не говоря. Не прочитаешь по губам, они молчат. Я очень сильно волнуюсь. Такое ощущение, когда я там сейчас выступаю, стою, выступаю и пою. Я поддерживаю Ксюшу. Мы с ней распелись, помычали, пожужжали. Сердце выпрыгивает очень сильно. Ты разве не уверен в своей подруге? Я в ней абсолютно уверен. Я очень хочу, чтобы она шикарно спела. Будешь работать с ней, хорошо? Буду. Люди сейчас в зале, они не умеют петь, вы умеете, поэтому дарите им эту песню. Вот скажи мне, пожалуйста, вас стоило так переживать? Нет. Это, наверное, что я переживал. Нет слов. У тебя максимальный результат сегодня, 4, да. Да круто, я вообще не ожидала. Говорят, что мужчинам легче договориться. Возможно, но только не в случае, когда это ярко выраженные солисты. Этим молодым людям было сложно свыкнуться с мыслью, что они поют в трио. Посмотрим, что же у них получилось. Эти трое молодых людей долго искали одинаковые бабочки. Но именно этим сумели выделиться в грин-руме. Посмотрим, сумеет ли поддержать впечатление вокалом. It's sad, so sad, with a sad situation.
Они действительно подготовлены, это слышно, ребята спелись, и у них у всех по-своему отличный вокал. Мне очень нравится. Это было действительно круто, и это было на уровне телевизионного проекта. Ваш... Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ваш лук, ваши очки, Константин. Я так понимаю, вы Элтон. Сэр Элтон. Сэр Элтон. Это все действительно очень круто. Вы умнички, вы подготовились и подошли к этому очень серьезно. Спасибо вам большое за это. Спасибо. Ура! Спасибо. Вы, безусловно, талантливые ребята. И очень сильные участники. Поэтому вы в финале. Ну что, как настроение? Как твои вообще эмоции? И переживаешь ли ты? Настроение отлично, я переживаю. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Я готовился, я готов. Чем будешь удивлять сегодня? Песня Том Одела «I Can Pretend». Я просто ее услышал в видео, такая просто тема Украины и прочее. Было видео, нарезка, видеосюжет всех происшествий, и там была эта песня. Она очень меня зацепила, и я решил, что бы ее не спеть. Если она зацепила тебя, то я надеюсь, что наши члены жюри будут просто поражены. Я тоже на это надеюсь. And I wanna fight, but I can't pretend. I gather slow, I can pretend, I can pretend. Красивая песня, вы достаточно органично смотритесь и на сцене, и, насколько я видела, и в кадре телевизионной программы. Поэтому общее наше решение вы узнаете позже, а за выступление спасибо. Спасибо большое. Костя Бочаров. Ну что ж, перед нами стоят лучшие из лучших, финалисты. Ребята, я вас искренне поздравляю. Костя, я не побоюсь этого слова сказать, что ты самый эпатажный участник нашего проекта. Как тебе удается создавать такие образы? На самом деле у меня есть шикарные друзья. У меня есть шикарная мама с папой, которых я очень люблю. Мама с папой, привет. Лично декорацию делал мой папа. У него просто золотые руки, и он мастер своего дела. Там вот все, чего там его не попросишь, он все сделает. Платформу делал тоже папа. И я думаю, что сегодня все получится. Ну, я верю в то, что ты сегодня удивишь наших зрителей, а твои родители будут гордиться тобой. Я уверен в этом. Константин Меловин. Самый эпатажный, самый непредсказуемый участник талант-шоу. Человек, который мыслит креативнее Леди Гаги. Don't be shy, baby, slice, slice.
I guess so if you say so. I'm just such a rip. One second sign of consent, so really to confess me. Pop culture, all the arts you know, I'll see pop culture of me. I live for the applause, applause, applause. I live for the applause, but for the applause, but for the that shit you cherry with for me. The applause, 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 applause. Ну что ж, пришло время объявить победителя старшей категории. Победителем интернет-голосования становится Мэловин Константин! Аплодисменты! Победитель этой